Это с Кишинева, китайский. Это с Кишинева что-то, да? Тоже он что-то там множится. Видно, там какая-то это самая. Анка-35, другие китайские. Здесь я вижу что-то интересное. Вот здесь. П-80. Но у вас там сильно не спутаешь, потому что у вас только М5 и П-80 был. Там, ну, в основном с этими работаем. Да, но все равно я говорю, если... А мы, если что, все-таки, да, на П-80 сохранять. Все надо для себя делать. Да, но это просто все равно все вешенка. Сейчас просто у вас так не получится, потому что там целая... там линейка будет. Там будет, да, и гирицы, и рейши, и шейтаки, и лимонная, и розовая у вас должна быть своя. Была у нас. Розовые, по-моему, я просто не то, что мы я... Мы нам привозили, мы выращивали. Да, я забыл просто за нее. Ну, но мицелий вот классный. Вот он так, такой вот видно просто по внешнему виду. Вот. Просится на улицу. Да, уже просится где-то жить. Классный он такой вот, просто вот, можно сказать, что мощный, хороший, вот генетически хороший материал. Мы думаем, сейчас в августе чуть попозже уже можно будет начинать. Нужно просто знать, что если селекционируете, то что-то вот П-80 таким знаком вопроса будет быть, но все равно будет вешенка. А если уже все остальное, то... В этой банке в основном у нас была вот такая ситуация. Засеяли. Хороший, классный. Ну потом я вам что-то порассказываю. Свои вот видения, свои какие-то новые изыскания, что я там попридумывал. Вот тоже класс, смотри. Это еще при тебе мы сидим. Воу, гриб, да. Его надо уже сеять. Уже. Да, так. Если желтые пятна, да, то это... Да, увидишь такие вот желтые, все. Вот первым, самым первым забираешь его и сеешь уже на пакет.